2-миллиардный латиноамериканский мир – это отдельная цивилизация, говорит Даниил Крамер, джазовый пианист, педагог, композитор и продюсер, участник международных музыкальных фестивалей. Соприкосновение этой культуры и джазовой музыки легло в основу программы «Музыка Латина», которую коллектив исполнил в Петрозаводской филармонии. Джаз такой же разнообразный, как и классика. Множество направлений, множество самых различных лидеров, которые эти направления представляют. Есть направления более развлекательные, есть направления более углубленные, есть философские, есть эстетствующие, есть элитарные, есть абсолютно хитовые. Такой очень разный джаз часто приводит в Петрозаводск Даниил Крамер. В этот раз с ним контрабасистка и бэк-вокалистка Дарья Чернакова. Она много играла с бразильскими музыкантами, любит эту страну и говорит по-португальски. Уже много лет сотрудничаю с бразильскими музыкантами и 3 года назад записала альбом в Бразилии со своей музыкой. Вокалистка Юлиана Рогачева хорошо знает и очень любит латиноамериканскую культуру. Барабанщик Ильдар Нафигов тонко чувствует сложный латиноамериканский ритм. На концерте музыканты импровизируют, а на импровизацию влияют сами зрители. Очень часто слушатели не отдают себе отчет, что в джазовых концертах очень многое зависит от них самих. Как-то Арт Блейки, знаменитый ударник, сказал: «Чем лучше вы нас слушаете, чем громче вы нам хлопаете, тем лучше мы для вас играем. Вы же нас заводите». Частый гость в Петрозаводске Даниил Крамер говорит, что здесь много любителей джаза. Кто знает, может быть, причина тому – возможность слушать исполнителей мирового масштаба. Александра Моисеева, Максим Зверев, служба новостей.